Привет, зрители. Обзор хинкали, сочный шельф. Просто ужас, просто. Ну, вот такой вот хинкали внутри. Даже не фарш, просто воняет какой-то. Ну, типа субпродукты. Даже субпродукты было бы лучше, если бы какие-то почки положить, что-то печень, это что-то вот хуже. Это кожура, может быть, там шеи, хвосты, желудки, что там еще есть. Вот это вот, наверное. Может быть, все какое-то еще, которое валялось 1000 лет где-то. Так, а сколько? Так, вот это произведено. Шесть месяцев. А, срок нормальный, да. Вот здесь еще состав. Высший сорт, говядина, мясо куриное, механической обвалки. Ну, это вот это ужас с костями. Так, белок соевый. Петрушкин за. В общем, даже потом, когда съешь, прям рот, как будто мусорное ведро. Выходишь и в рот воняет, еще надо его полоскать. Просто стоят они, я думаю, рублей 200 где-то. Вот, можно съесть, конечно, если вот просто с голоду умираешь, можно съесть, но по сути, это не еда. Это вот как вот субпродукты какие-то, я бы назвал. Вот такой ужас. Понятно, по составу можно понять, если, смотрите, мясо механической обвалки. То все, это значит ужас. И белок соевый, значит тоже ужас. Ну просто. Даже, ну и должно же оно быть таким противным, оно просто противное. Ну и в основном все, что продается в магазинах, едой не является. Ну, в таких дешевых магазинах для населения, вот этого, который в кредитах живет, и они даже и не еду едят, а хер знает что. Есть подороже, конечно, пельмени там. Кстати, у меня есть подороже пельмени, может, сниму потом. Но по сути все это все для крепостных, для рабов еда. Вот. Чтобы они работали, и даже у них денег не хватит, кредиты наберут, и вот эту вот хламину будут есть. И даже еще понимать ничего не будет. Говорят, там проснуться, когда никогда не проснутся, потому что у них мозга нету. Невозможно проснуться, когда нету мозга. Так, ну, в общем-то, все. До свидания. До следующего ролика. Подписывайтесь, ставьте уведомления. Это был обзор какого-то хлама. Хинкали сочные. Вот, пока. До свидания.